В окружном департаменте энергетики и жилищно-коммунального комплекса пояснили, складировать убранный снег на газонах управляющие компании могут, но должны это делать так, чтобы не навредить зеленым насаждениям. А если во время уборки обслуживающая организация поломала ограду, скамейку или другое общее имущество жильцов, гражданам необходимо с представителем управдома составить акт о причиненном ущербе и потребовать восстановления поломок. Если управляющая компания откажется это сделать, можно смело идти в госжилинспекцию. А вот что касается периодичности вывоза снега, то этот пункт прописан в договоре. Стоит поднять, конечно, договор на управление многоквартирным домом, посмотреть периодичность вывоза снега. Если не исполняется периодичность, то необходимо пригласить, опять же, представителя управляющей компании, составить акт, что в назначенное время, период, снег не вывезен. И данная ситуация будет в последующем являться для перерасчета стоимости услуги по содержанию многоквартирного дома в сторону снижения платы граждан за данную.